Первый день 15 тысяч на Филиппине. За 18 минут. Этот, как его фамилия? Викингтон выиграл у Тена. За 18 минут. 6-1. А здесь два филиппинца играют. Довольно у них много игроков. Вот один такой. Плотненький и второй чуть поменьше. И там на центральной корте третий филиппинец играет, ученик Тома. Второй сет. Тен первым подает. Первый очко взял второго сета. Второе очко. В принципе, он опасный, потому что он может близко подавать к линии. Второй сет он поднул свою подачу взял. Второй сет начинается в 10:05.